Программа субсидирования процентной ставки – одно из направлений льготного кредитования для предпринимателей. Это когда часть процентов по займу берет на себя государство. В этом году сумму планируют увеличить вдвое. Изначально было 5 миллионов рублей, но заявок поступило больше. Вопрос обсудили в правительстве. Премьер Александр Мартынов поручил подготовить изменения в бюджет. В планах на этот год субсидировать более 10 миллионов рублей. За время действия программы деньги на развитие получили 86 предпринимателей. Это 122 льготных кредита на сумму порядка 33 миллионов евро.